РГУ имени Есенина – это стратегически важный для области вуз, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков. Здесь готовят специалистов по большому количеству направлений для отраслей, которые составляют основу региона. Павел Малков выразил надежду, что РГУ не только сохранит все свои традиции, но и будет развиваться дальше. Задача же для нового ректора Игоря Мурога – традиции эти не только сохранить, но и усилить работу вуза. В первую очередь, вот мы об этом уже сейчас говорили, в вопросах закрепления выпускников у нас здесь в регионе. Нам также повышать качество образования всегда и внедрять новые современные методики обучения. Задач впереди очень много, все они важные, все непростые. Преподавательский состав здесь очень сильный, я это точно знаю. И дальше престиж университета должен только укрепляться. Опыт управления высшими учебными заведениями у Игоря Мурога есть. Это и Челябинское высшее военное автомобильное училище, Новосибирское высшее военное командное училище и Рязанский институт, филиал Московского политехнического университета. Хочу поблагодарить руководство региона, Павла Викторовича лично, за оказанное доверие. Но я прекрасно понимаю, доверие – это доверие, а ответственность – это серьезное. Ответственность, которая налагается на меня как на руководителя вуза. Я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что вуз Рязанский государственный университет прошел хороший путь в развитии, он развивается. Но вижу, что нам есть куда расти, вместе, есть куда двигаться. Вижу пути решения. Главное – настроиться на слаженную работу, добавил Игорь Мурог. Потому что важно, чтобы коллектив работал, цитата, «в едином порыве и на результат». Работать будет и сам, чтобы быть примером самому важному человеку в вузе. Так Игорь Мурог назвал студента. Но сделать все это можно только при поддержке коллектива. Вуз базовый, классический, и уверен, что он будет двигаться, продолжать двигаться вперед, развиваться. И мы вместе, этой нашей командой, сможем делать наше образование, региональное образование лучше и еще лучше. И мы действительно сможем выполнять те задачи, которые перед нами стоят по закреплению кадров, по подготовке кадров, по наполнению нашей региональной экономики. Павел Малков добавил, что теперь новому руководителю вуза предстоит большая работа. Все же РГУ – это один из ведущих университетов региона. И ему предстоит не только подтвердить свой высокий статус, но и взять курс на новое развитие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».